Можно ли курить на набережной Енисея? Красноярцам предлагают принять участие в опросе и высказать свое мнение о том, нужно ли освобождать эту зону отдыха от табачного дыма. Голосование запустили на сайте законодательного собрания края. Горожане могут выбрать один из четырех вариантов ответа. Например, «Я за здоровый образ жизни и полностью поддерживаю запрет» или «Я против, и без того много запретов». Есть среди вариантов и такой «Не возражаю, но там должны быть места для курящих». Напомним, с инициативой освободить набережную от табачного дыма выступила администрация Красноярска. Однако краевые депутаты отправили предложение на доработку. А вот что думают о нем сами жители. Я думаю, что правильно. Почему? Ну, чтобы воздух чище был. Я-то вообще против курения. Везде. Ну, на набережной много детей. И как бы дурной пример не надо показывать. Я думаю, что стоит просто сделать специально отведенные для этого места. Также слышала, что хотят запретить кальянщикам вот это дело. Но я считаю, что кальянщикам стоит стать это место, самое романтичное место для них. Как бы. Ну, просто места нужны, вот и все. И тогда никто не будет курить в неположенном месте. Конечно, надо запретить. Вообще запретить во всем городе, моем, потому что я не курю. Я думаю, правильно делают. Почему? Почему? Ну, потому что на набережной и дети гуляют, и пары разные, как бы, и кто-то курит, кто-то не курит. Я думаю, мне очень приятно нюхать, как пахнет куревом.